Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов, равноправных субъектов Российской Федерации. Что мы изменили в цитате из Конституции? На размышления не больше минуты. Угадать не получится. В этой игре надо знать основной закон государства. Ко дню Конституции приурочили очередную интеллектуальную игру «Росквиз». Интеллектуально состязаться решили 5 команд Подмосковья. В состав одинцовских суперзвезд вошли молодые педагоги и 11-классники школы номер 1. В игре пригодились знания разных наук – история, обществознание, право. И если для учителей эта игра как обучающий семинар, ведь интересные приемы и вопросы можно применить и на уроках, то для учеников своя мотивация. Выпускники захотели принять участие, потому что им было как бы дано задание. Вот как правильно, как больше вы вложите правильных ответов и вложите свое какое-то мнение, скажете в ответы и в команду, значит, вы вот проверите свои знания и, соответственно, ну, конечно, вознаграждение это будет 5. Росквиз – командное соревнование на логику и сообразительность федерального масштаба. Организаторы игры – Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» и региональный совет сторонников партии. Не бывает побед без поражений. Вот не бывает. И есть ступенька, от которой нужно отталкиваться. Сегодня все вот эти наши проекты и партии, и сторонников партии, и гражданские инициативы самого Одинцовского района, они направлены только на одно. На то, чтобы наши дети, наше сегодняшнее молодое поколение было лучше, продвинутее, умели бороться и побеждать. За 5 раундов в ходе упорной борьбы победила команда из Сергиева Посада. На следующий год организаторы запланировали серию игр, посвященную 75-летию Победы. Уже известны и даты 23 февраля, 12 апреля и 9 мая. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».